Вот небольшая зарисовочка от сына Алексея. Сын Алексей, сынишки Алексей. Смотрит, как паук плетет паутину. Сыну объясняет, что попадать в нее будут комары и мухи. А я прожив уже 77-го года половину. По сына видео с напоминанием клипов всем пословицы. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Все еще отвешиваю людям оплюхи. И собираюсь заниматься этим делом, пока буду жив. Опа.